решили сделать вечеринку в стиле 60-х, чтобы показать, как это видел своими глазами Хью Хефнер, своими 90-летними глазами сегодня и тогда своими 30-летними глазами. То есть это вот музыка подобная, подобные костюмы. Ну, то есть стараемся возродить то, как это было тогда. Мечта с детства, и я надеюсь на новое предложение по модельному бизнесу. Соответственно, первое достижение налицо. Ну, я люблю девочек self-made, что называется. То есть она сделала себя сама. Она очень много ездит по миру, а у нее свой бизнес, она спортсменка, она занимается вейком. То есть много того, что сейчас современному мальчику нравится в девочке. Mm-hmm.